почему-то, когда людей в онлайне больше, чем в офлайне, я начинаю сомневаться в том, куда мне говорить. Видимо, мне придется все время немножко переключать свой взгляд, если вы смотрите это, ну, вы смотрите на это. И надеюсь, что это позволит вам тоже представлять, какую сложность привносят цифровые штуковины в нормальный такой гуманитарный и около того разговор. Хотя где тут гуманитарно, а где техническо, сказать сложно. Спасибо, что вы пришли. Мы делали середина недели по духе и по цифре. А сегодня встреча здесь, как зовут Полина, со мной в офлайне, и там у вас в онлайне тоже есть Гавриил Беляк, и только в онлайне у нас представлены двумя компьютерами Борис Орехов. Мы такой компанией решили поговорить на мероприятии со странным названием, который задевает шрам Одиссея, не самое, может быть, распространенное словосочетание вовне такого интеллектуально-гуманитарного круга, и ситуация, когда пришли варвары. Я думаю, вы все с ними думаете, кто же здесь варвары, не хотим ли мы в этом случае объявить технику варварской. Вот я не знаю, кстати. Я лично не хочу, но к чему выглядит этот разговор, для нас всех троих большая загадка. Потому что мы скорее договаривались о том, что у них будет, чем то, чем он закончится. Так что это такой разговор исследования. Шрам Одиссея взялся из книги Ауэрбаха под названием «Мимесис», которую я начала читать. Вообще, я не слышала очень давно. Моя была идея, сразу скажу, что вот тут как бы, виноватых можно не искать, она придумала. Начала читать ее осенью, потому что об этой книге я слышала как-то уже лет 10, мне кажется, оттуда, отсюда. И последней каплей стала книга о Средневековье, историка Дмитрия Старостина, который в какой-то момент, в каком-то эпизоде этой книги говорит о том, что вообще с обнаружением новых исторических источников само наше понимание истории сильно меняется. Не только мы понимаем, что события, которые нам казались по анализу рукописей, после работы с могильниками, становятся чем-то другим. Это вещь, на которой никаких цифровых инструментов, никаких новшеств вроде бы не приносит. Дело еще в том, как устроен исторический текст. Он ссылается там на Ауэрбаха, который показывает, как история, как наука наследует историям, как летописям, как рассказам во многом и становится отдельным жанром. Параллельно с тем, как в романе появляется реализм и историзм. И я думаю, ну все, надо читать эту книжку, потому что в ней есть то, что мне кажется колоссально важным сегодня. Это то, как трансформируются жанры исследовательских, научных, художественных текстов в разных контекстах. Мы, с одной стороны, видим расцвет автофикшена в художественной литературе и вообще документальных текстов. С другой стороны, естественно, у нас есть блоги, интернет, телеграм-каналы, литература, которую поначалу называли там, сетевой литературой, но которая уже сейчас теряет свои рамки сетевой и становится, в общем, гибридной, да. И сейчас это уже лет 20, я бы сказала, простите, сейчас. А с третьей стороны, исследовательский текст, особенно в гуманитарных науках, и всегда тяготели к литературному или художественному жанру, всегда порой. Но сейчас как будто это по разным причинам оказывается более приемлемым, при том, что научный текст оказывается по-прежнему довольно техничным. И, в общем-то, когда мы вот говорили со студентками, с коллегами про GPT и про то, как прекрасно, значит, нейросеть умеет делать ту техническую работу, которую мы как будто имитируя машины делали в научных текстах, и, господи, может быть, надо будет ее не делать, а делать какую-то другую, и вот вопрос какой. Да, все эти вопросы повисают, кроме, прочим, наверное, последняя вещь, которую мы вряд ли коснемся в разговоре, но я бы предложила вам подумать об этом, может быть, коснуться в дискуссии, это вопрос о том, как вообще меняются наши практики чтения и взаимодействия с текстом, потому что тоже важно. И
появление литературы в разных жанрах и появление научных блогов, научно-популярных, цифровых и других изданий здесь тоже, мне кажется, не случайно. Но, повторю, про это мы говорим, мы сегодня больше говорим про метод и про то, оказываются ли все эти миры отделенными друг от друга. И кто здесь, вот здесь уже виноват, насколько это вопрос техники или нашей академической вокруг культуры. Вот с таким вопросом я и прихожу к вам. Но стартовый вопрос довольно простой и лаконичный. Он связан с тем, мы пообещали поговорить о GPT, и можно с разных сторон здесь ходить, но у меня первый вопрос, собственно, о том, из каких методов, каким методом и практикам познания, в первую очередь исследовательского, научного, наследует то, что мы имеем в чат-GPT. Поисковый запрос там или просьба что-то доделать, она не из воздуха взялась, да, она не связана с тем, что это просто вот ручка, я ее пишу. Да, у нас есть какие-то практики, которые стоят и за устройством GPT, и за тем, как мы, собственно, что-то узнаем, имея научные исследования. Вот. И давайте попробуем для начала раскопать, немножко раскопать сочетание с три буквы, а потом уже двинемся от этого дальше. Из-за нашей технической, так сказать, обусловленности я прошу, если вы хотите сказать, кто мне взмахивается. Это неловко делать на круглом столе, но вот так уж. Говорит, хочешь начать? Или Борис? Почему нет? Ну, для меня вообще вот вопрос, как ты его ставишь, про научные методы, прежде всего, ну, гуманитарные методы, которые лежат за теми техническими решениями, которые лежат в основе GPT, он довольно странный. Мне кажется, что вот так вот сходу найти какую-то прямую аналогию, ну, скажем, векторизация языка, которая является, в общем, самой базовой концепцией, на которой основан этот инструмент, напрямую не так и просто. Ну, на всякий случай, да, GPT, так же, как Google-переводчик, он не знает денотатов объекта. Он видит каждое слово как сумму отношений этого слова со всеми другими словами языка или корпуса. И, ну, вот, может быть, это в каком-то смысле, да, методологическая фигура, когда мы начинаем определять интересующее нас не через его смысл, а через сумму его контекстуальных реляций. Когда мы начинаем, ну, например, интерпретировать текст от комментария, а не от поэтики. Когда мы пытаемся выразить значение какого-то объекта через соотношение его со всеми другими объектами, чье значение мы тоже, кстати, при этом не можем выразить никаким образом, как через соотношение. Мне кажется, это может быть один, ну, такой методологический, хотя я сходу не понимаю, на какие гуманитарные методологии важны дальше. Второй ход связан с тем, как, собственно говоря, производится ответ GPT. Да? GPT – это предиктивная модель, но каждый раз, когда вы вводите в нее запрос, в зависимости от того, насколько ваш запрос позволяет, GPT уменьшает корпус текста, на основании которых он выдает вам ответ. И чем более точная команда к уменьшению этого корпуса содержится в вашем запросе, тем в большей степени ответ будет соответствовать тому, чему вы хотите. И получается, что GPT как бы под каждый ваш запрос создает, ну, если вот возвращаться к Уэрбаху, как бы некоторый новый художественный мир, некоторую новую уникальную инсталляцию текстов, которые никогда до вашего запроса не были, не существовали как целое. И, может быть, и после этого никогда не будут существовать. Да, эта инсталляция текста появляется вот сейчас, да, на одну операцию, на одно действие. И из этого уникального момента создаваемого мира производится какое-то новое знание. При этом этот мир — это не набор концепций, не книги, не традиции. Это не исторически контекстуализированное знание. Да, это некоторая вот сиюминутная сборка, элементы которой существуют вне отношений со всеми другими
текстами, в отличие от того, как текст существует для нас. Ну вот я вижу здесь такие две какие-то базовые концептуальные модели, с которыми можно поиграть и поискать аналоги в гуманитарной сфере. Не знаю, может быть, вот Борис подкинет нам еще какие-то соображения. Ну, вообще, я так понимаю, что вопрос глобально такая нулевая точка, от которой мы должны отталкиваться и идти дальше, это вопрос про GPT и науку. И вот это как бы основные такие категории, которые должны мотивировать нас что-то придумывать. И мне тут много чего непонятно, так сказать. Может быть, мне стоило бы сделать вид, что я понимаю, о чем речь, но я вот не нашел в себе ресурса для такого немного авантюрного поведения и решил все-таки признаться себе и вам, что я не понимаю, о каких формах взаимодействия модели, языковой модели типа GPT и научных работников должна идти речь. То есть, по всей видимости, если мы все-таки говорим про гуманитарные науки, потому что у меня есть сомнения, что вот эта интервенция возможна в науках естественных или, там, например, в математику, да, у которой есть довольно четкие там, формы, да, работы с материалом, какие-то варианты доказательств и прочее. Если с гуманитариями, то, видимо, здесь возможны два варианта. Первый, и оба из них, ну, поскольку модель языковая, оба они как-то связаны с взаимодействием с текстами. То есть, во-первых, языковые модели GPT могут писать тексты. Видимо, бывают случаи, когда они это делают вместо людей. И такие случаи уже были за прошедшие месяцы после появления ChatGPT. Либо такие модели должны помогать нам читать тексты в разных видах. Вот больше я пока ничего такого не придумал, и оба эти формата взаимодействия с текстами через медиум GPT проблематичны по разным поводам. Здесь вопросов много, и вопросов даже, может быть, больше, чем ответов. Но, например, если говорить про писание текстов, написание текстов вместо людей, то, в общем, эта идея очень старая. И она не такая плохая, как может показаться там каким-нибудь ревнителем. Да? Ну, потому что еще в 18 веке, да, в романе Джонатана Свифта описана некоторая машина, которая порождает тексты, и мотивировка ее появления в том, что ну, вот бывают прекрасные ученые, которые умеют что-то, значит, такое порождать, но не умеют писать тексты, не умеют записывать это хорошо. И вот такая машина им поможет. Здесь есть некоторая идея, происходящая, как мне кажется, из парадигмы модерна, о том, что вообще можно разделить вот в науке эти две вещи. С одной стороны, идеи открытия, с другой стороны, тексты, в которых эти открытия фиксируются. Насколько это возможно сейчас, я не очень представляю. Ну, для гуманитарной науки. Очевидно, что разделить открытие и текст о нем можно в той же математике, чему мы, собственно, были свидетелями как раз в последние десятилетия, когда там ученые говорили о том, что вот кто все-таки доказал там, значит, и великую теорему Ферма, и гипотезу Пуанкаре, вот как они все... Оказывается, что придумать решение математической проблемы и его записать, опубликовать – это разные вещи. Вот в гуманитарной науке, кажется, эти вещи не очень разделимы, да, сейчас. И все-таки описанная идея, гуманитарно значимая в других словах, это будет другая идея, наверное, мне кажется. Вот, это в смысле того, как может ли машина писать тексты за ученых и проблемы в связи с этим встающие. Видимо, это все не так просто. А вторая история про то, могут ли машины помогать нам читать тексты, это тоже любопытная идея. Ну вот у нас с коллегами как раз несколько лет назад вышла статья под названием Neural Reading. То есть вот у Моретти есть Distant Reading, а есть такая гипотеза того, что можно читать тексты
с помощью нейронных сетей, которые создают, которые обучаются на определенном корпусе, жанровом или авторском, или какого-то периода, и потом порождать некоторый текст, которому уже дальше можно применить филологический close reading и читать не вот этот огромный корпус неподъемных текстов, а, может быть, маленькую выжимку, которая была сделана специальной нейронной сетью для такого исследования. И здесь мы снова сталкиваемся с некоторым разделением, да, содержания и стиля, то есть что может воспроизвести языковая модель в таком кратком эксцерпте. Она может воспроизвести только стилистические особенности, а содержание окажется где-то за его пределами. Но вот у меня большие сомнения, что в содержательном смысле может, помимо вот какой-то такой самой простой суммаризации, такие языковые модели помочь нам читать тексты. Да? Вот помощь это довольно относительно. Ну и вот мои собственные эксперименты с ChatGPT показывают, что там ничего такого гуманитарно значимого пока что, по крайней мере, такие модели не порождают. Вот что мне приходит в голову, когда я начинаю размышлять по поводу науки и языковых моделей. Спасибо. Я подумала о том, что вообще-то есть еще один способ взаимодействия с сознанием, которое практикует ChatGPT, это поиск, систематизация. И если отталкиваться от того, о чем говорил Гавриил, то получается, что то, каким образом устроен поиск, отличается от многих моделей библиотек и учебных заведений, и книжных магазинов. И я сейчас смеюсь тому, что это немножко похоже на то, как устроены порой публичные мероприятия, на которые приходят люди по разным косвенным признакам, вроде бы, значит, они вот этим занимаются. Ну вот, значит, филолог с технологиями что-то делает. Давайте вы нам расскажете про нейросети. Ничего не знаете? Точно ничего? Может, вы свое мнение скажете? Вот у вас текст там был какой-то. Ну и так далее. Вот тот факт, что у GPT в ее загашниках оказываются публичные тексты, и то, каким образом публичность последние десятилетия во всех странах мира оказывается устроена с тем, что она... Ну вот что мы же сейчас делаем с вами? Мы сейчас вроде разговариваем. Да? Потом мы, господи, боже мой, выложим это видео. Потом мы его расшифруем, опубликуем где-нибудь. И станем частью языковых моделей, ну, короче, вы понимаете, да? Ну, то есть мы вот прям это с вами и делаем сейчас. Публичное мероприятие. Вот так мы его организовали. Но я вроде обоих участников чуть получше знаю, чем описаны мной комические, значит, трагикомические строительница, но тем не менее. Ну, здесь есть, мне кажется, это не то, что плохо, это вот это так. Мне кажется, очень важно фиксировать, что это так, что те связи, которые обнаруживаются в материалах, доступных GPT, связаны с тем, как устроено публичное именно знание, не каталогизированное библиотечное, не разделяющее категорически текст и комментарий. Наоборот, там все как бы смешано, но соединено какими-то новыми другими связями. И это как бы вот, было модно говорить о смерти публичной сферы, о жизни публичной сферы в нулевые годы, значит, в интернете, в блогосфере, вот это все. Мне кажется, что GPT здесь в контексте публичности именно дает какую-то мегасферу. Мы говорим с вами не о публичности, а о науке. Я скорее хотела подчеркнуть, что это не новшество, которое приходит из машинки, а, в общем-то, тенденция, которая происходит некоторое время при помощи других машинок, поисковиков, возможности устроить вот так мероприятие, на которое придет энное количество человек, ну и так далее. При этом вопросы, которые меня здесь беспокоят, они все-таки... Ну, ближе к вопросу об изменении метода и о том, что такое здесь содержание и стиль. Потому что вы, Борис Ильич, так развели, а я бы, наверное, вас доспросила, если можно, о том, может быть, на примере, да, как вы их разводите. Потому что у
давшим нам название, с шрамом Одиссея Ауэрбаха, эти вещи очень плотно, сложно связаны не только друг с другом, но и с тем, что мы называем там, реальностью или социальной реальностью. А вы так как-то их как будто интуитивно разводите, и, может быть, будет всем нам полезно понять, как вы это делаете, а дальше уже вернуться к методам, потому что, кажется, важно. С удовольствием. Это, по-моему, прекрасный вопрос и прекрасная проблема. Почему я так лихо их развел? Не потому, что мне кажется, что их там разводить правильно. Или... Мне кажется, что как раз гуманитарная наука скорее тяготеет к тому, чтобы представлять их синкретическим образом. Содержание, ну, там, сейчас пока примем их за интуитивное понятие. Содержание, интуитивное понятие стиль. Вот, наверное, правоверный гуманитарий будет отрицать, что их возможно развести. Но почему, что придало мне уверенности в том, что так вообще можно про это говорить? Очень простая идея, которая сработала неожиданно каким-то простым и выстрелившим способом на материале, правда, не текстов, с текстами получается, а на материале картин изобразительного искусства. Уже довольно давно, по нынешним меркам быстро развивающегося мира, появились нейросети, которые умеют делать то, что называется style transfer, перенос стиля с одной картинки на другую. Да, нейросети могут выучиться стилю Ван Гога, Хуана Миро, каких-то еще художников, и если подсунуть им произвольную фотографию из дома на даче, то они, вот взяв этот самый контент с вашей фотографии, преобразят его в стиль некоторого художника. Конечно же, инженеры тут же побежали делать такие же штуки на текстах. Сходу его опыт не получилось, хотя такие задачи ставились чисто технически. Но в общении с ChatGPT мы тоже можем ее попросить написать какую-то историю в, ну, не в стиле какого-то писателя, но в жанре, например, триллера, да, и там как раз, кстати, видно, что контенты и стиль гораздо хуже разделяются на материале текстом, потому что, ну, стиль во многом, значит, и является содержанием жанрового сигнала. Вот, но вот я хочу сказать, что я не один здесь в поле стою с идеей разделения контента и стиля, а что меня подпирает просто технический успех конкретных совершенно нейросетевых моделей и приложений, которые умеют это делать для изобразительного искусства. Да. Борис, а мне хочется тут уточнить, а какие тогда уровни, вот если мы говорим про стиль, как про то, что может все-таки до какой-то степени сымитировать GPT, он действительно умеет не только жанр, его можно попросить произвести там horror story в стиле сентиментальной повести 18 века, и в общем до какой-то степени на уровне, ну, лексического состава. Это, несомненно, будет так. Но дальше, мне кажется, есть вопрос про то, какие уровни поэтики мы включаем в стиль, как мы разводим здесь там, риторику и композицию, и мой синтаксический состав. Очень пояснить, что все могут быть. Ну, это то, про что, собственно, Борис уже сказал. Да? До какой степени фигуры метафорический строй текста, его ритмическая организация, его композиционная структура. До какой степени все эти вещи тоже переводятся в измерение его стиля для имитации. Ну, потому что пример с картиной кажется мне тут еще более путающим, чем с текстом, потому что с семиотикой визуального у нас все немножко хуже, чем с семиотикой текста. Потому что стиль в картине, несомненно, включает в себя форму и фигуративность. Вот что мы здесь, или что вы здесь называете стилем по отношению к художественному тексту? Где он заканчивается? Это все исключительно вопрос конкретного анализа и стратегии конкретного анализа. То есть тогда, когда
нам это нужно, мы стилем обнимаем все возможное, все, до чего можем дотянуться. Когда нам это не нужно, мы их разделяем. Ну, по поводу horror story 19 века, все-таки это тоже жанр, вот, поэтому здесь, ну, кажется, что это не объединяющий опыт. Вот. Ну, и все равно мы здесь упираемся в понятие жанра. Вот. Что касается меня, то если вы просите меня дать определение стиля, то я не смогу этого сделать. Все-таки слишком проблемная область, которую просто игнорировали. Да? Вот если почитать наших филологов, хедлайнеров, да, 20 века, там, не знаю, Петра Владимировича Виноградова, который всю жизнь стилем занимался. Как они решают эту проблему? Они просто не дают определение стиля, потому что, ну, вот, видимо, оно как-то создало бы проблемы для практических каких-то аналитических операций, да, связанных там, с анализом Пушкина, Гоголя и так далее. Ну, вот кто я такой, чтобы идти против Виноградова? Я, наверное, тоже просто присоединюсь к этому и скажу. Ну, мне кажется, что вот тот вопрос, который вы задаете, он решается каждый раз ad hoc. Да? Вот, нужно это для какой-то филологической работы тогда. Риторика, композиция включается в понятие содержательного. Но вообще некоторые basics филологически заключаются в том, что формы и содержание неразделимые, как я сегодня уже говорил, сказанное в других словах – это уже другое содержание. Вот, так сказать, мысль довольно банальная. Но мне не кажется, что пример с картиной путает. Он просто добавляет проблемности ситуации. Да? Если в практическом смысле, да, для любых интуитивных практик восприятия кажется, что все-таки приложение делает то, что нужно, и в принципе есть, существует довольно, ну, довольно хороший способ концептуализации работы этого приложения как разделение стиля и контента, пусть мы нечетко представляем, где их граница, значит, все-таки тут что-то есть за этим. Это не просто какая-то фикция. Вот. Но повторюсь, что аналогичных опытов у инженеров с текстом не получилось. То есть можно было бы серьезно оскопить понятие стиля, и тогда у нейросетевых моделей что-то получалось. Например, если считать, что в понятие стиля входит, например, хроматическое время. Вот заставить нейросеть переписать текст, который был в настоящем времени, в прошедшее время, это достижимая задача. Но кажется, опять-таки, что стиль где-то не здесь, да, что он как-то шире должен быть представлен концептуально. Вот. И понятно, что тут вот не все складывается. Вот. Ну, в общем, так что извините, вот я не смогу дать определение стиля. И, наверное, там, где это можно сделать, я, так сказать, попытаюсь обойти необходимость давать это определение. Но вот оно такое, видимо, зонтичное. Да? То есть разные какие-то штуки собираются вместе. И, ну, есть ощущение, что они помогают продвигаться вперед в получении нового знания, в каких-то высказываниях, значит, да, на тему филологическую. Но вот любые попытки приземлить это понятие и дать ему конкретное определение, они сталкиваются с очень большими и сильными противоречиями, может быть, уводящими нас далеко в сторону от языковых моделей. Вот пример про переписать текст из прошлого времени в настоящее или из настоящего в прошлое, по-моему, здесь дает еще такую зацепочку. Да, можно изменить грамматическое время, но как изменится хронотопическая структура текста? Останется ли она той же при перенесении? Как изменится соотношение различных темпоральностей внутри текста при полном грамматическом переводе? И вот зазор между, да, одним действием и другим, мне кажется, что это как раз и есть тот зазор, через который мы можем пробовать определять стиль, но ad hoc только именно через инструмент. То есть в каком-то смысле GPT, может быть, впервые дает нам какие-то подходы к тому,
к тому, чтобы говорить, а что именно стиль, если это имитируемо, да, те уровни художественного текста, которые могут быть имитируемы и моделируемы, вот их мы можем сюда отнести. А те уровни, которые пока GPT, там, предположим, пока у него нет онтологии, пока оно не способно воспроизводить там, метафорические фигуры и конструкции или определенные композиционные формы. Хотя, кстати, композицию GPT вполне себе может выстроить. Ему можно описать желаемую композицию текста, да, и он производит. Вот, может быть, здесь есть какой-то ход к разделению. Может быть, в этом смысле сами эти инструменты своими ограничениями дают нам некоторую обратную связь, которая позволяет нам... Да, понятно, что для филолога содержание формы, конечно, вещи неразделимые. Но инструментально мы, тем не менее, поскольку да, мы уже 100 лет играем в постсоветскую науку, в нее получаем деньги и за нее себя выдаем, мы должны каким-то образом производить верифицируемые знания. И вот, может быть, как раз эти инструменты, они служат не столько к производству нового знания, сколько рефлексии над тем, какие уровни того, чем мы занимаемся, относятся к какой сфере. Вот, ну это такая ремарка. Да, просто. Да, простите, я не филолог, поэтому я ваш стиль уважаю, это все очень захватывающе, но я вот, для меня, наверное, очень близкий автор к Ауэрбаху, историк Карл Гинзбург, блестящая эссе о стиле, вот Борис кивает, потому что знает, мы с ним про это говорили как-то, говорил, мы с тобой тоже говорили про это, я со всеми говорила про это, а с вами еще не говорила, вот. Поговорю, который начинается с сюжета про то, что стилу и стилет слова закорены, это неспроста, а потому что за стилем мы видим политическое оружие. Стиль — это всегда политика, стиль — это всегда возможность включать, исключать, определять стиль. И, собственно, Карл Гинзбург хорошо проходится, мне кажется, по вашим цифровым гуманитарным методом, говоря про то, что это уликовая парадигма, и в большей степени даже, чем ремесло историка, мне кажется, по крайней мере, Гинзбург пытается так делать. Сейчас немножко выйду из всех этих сложных имен, объясню, что я имею в виду. Когда мы говорим про стиль, мы говорим про то, что, во-первых, стиль идентифицирует определенных авторов, жанры, контекст друг с другом, да, в принципе, работает как, я использую здесь английское слово recognition, потому что оно может быть известным нам по слову распознавание, да, но в английском это слово имеет двойное значение. Это значит признание, быть признанным там как, не знаю, вот recognition, то, что значит, дает нам ученую степень, работу и так далее. И с другой стороны, это распознавание, это камера распознавания. Мы завтра будем гулять под камерой распознавания, вот можем про это вспомнить. И они признают, они осуществляют операцию признания. Вас как там, части трудового коллектива, горожанки и так далее. И при этом они должны вас сличить, да, в биометрии, вот, все это известные тоже современные сегодня вещи. И операция по определению стиля, она во многом, мне кажется, из другой области, да, работая с текстом, делает нечто похожее. Она осуществляет признание, у этого есть стиль, даже есть в русском языке слово «стильно». Но я сейчас скорее о том, что она одновременно распознает и признает часть чего-то. Да, любая операция по работе со стилем. И определяет границу, да, где стиль один, где стиль другой. Какой подобает, какой не подобает. Это, мне кажется, важно. И я понимаю, что это моя интерпретация уже из социальных там, исследований, наук, из некоторой политической озабоченности тем, что происходит со стилометрией, да, когда она начинает касаться не только художественных текстов, в которых мы смотрим на тот или иной стиль, когда она начинает касаться текстов, которые мы пишем, например, под разными никнеймами в интернете, в одном мы пишем о своей личной жизни, другое рабочее, а в третьей о том, как мы любим красить стены в красный цвет.
В какой-то момент одно из этих вещей мы пишем не анонимно, а все остальное, например, под разными никнеймами. И стилометрия, собственно, позволяет понять, что писал это примерно один и тот же человек, потому что это его стиль. Отсюда идет моя политическая озабоченность экспансии методов. Да, но я не хочу сейчас уходить в эту сторону, хотя она основной темой проходит через наши мероприятия, а скорее вернуться к Ауэрбаху, который очень четко говорит нам о том, что... Я тут вернусь еще к тому, о чем Гавриил говорил на предыдущем поде, когда нам GPT создает как бы реальность под каждый наш запрос и не показывает, как происходит перенос объектов в эту реальность. Да? Это то, что вообще-то мы считаем в научном методе отвратительным. Ну, то есть, если нам сдают там, в журнал, я читаю работу, в которой кто-то так сделал, ну, как бы, ну, ребят, ну, как бы, вы ответственно пропишите, пожалуйста, что вы сделали. А то, как бы, я почитала и подумала, это захватывающе, конечно. И там текст в блоге и такого жанра я буду читать упоенно. Но как исследовательница мне важно понять, что сделал другой человек, могу ли я за ним последовать, что мне для этого нужно сделать. GPT скидывает ссылки на все, что показывают, да, и в этом смысле я тут не хочу придираться к машинке-то, но меня беспокоит непрозрачное схватывание контекстов, которые включают в себя текст и как то, что стилистически совпадает с другими, в смысле нет, сейчас неверно сказала, простите, и то, что по близости слов совпадает с другими текстами, и то, что дается в ходе того, что, я так понимаю, и другие инструменты, вроде той же помянутой стилометрии, они тоже работают на вот это схлопывание контекста, где реальность и литература, например, связаны сложно, драматично, ну, в смысле, это иногда ну, жизненное и драма произведения и драма эпохи, да, то какую роль в ней играют произведения. А сейчас мы живем как будто в ситуации, где этого драматизма нет, и то, что касается реальности, и то, что касается только текстовой реальности, ну, мы как бы, в общем, одним и тем же мерилом можем померить, посмотреть, при этом создавая из этой мешанины кучу разных мирков под разные запросы. Вот, извините, что я так как-то от стиля ушла сюда, я попыталась это сделать через проблематизацию, что ли, всего этого в социальном, в политическом смысле. Может быть, немножко не в ту сторону увела, может быть, там к стилю вернуться, вы меня поправьте. Мне кажется, что это вполне в ту сторону, но мне хочется подхватить начало твоей реплики и попробовать продолжить эту замечательную метафору стилета. Что стиль – это действительно то, что уязвляет. То, что производят некоторые надрывы, то, в чем есть неожиданность. Художественные миры, про которые ты говоришь, которые так важны для Ауэрбаха, да, это не просто какая-то сиюминутная константная сборка, которую каждую секунду производится новая. Да, это действительно некоторый срез реальности, который, с одной стороны, является слепком со всей приходящей литературной и культурной традиции, опыта автора, его языковых практик, переупакованных через его там, жизнедействие последовательность событий, превращенных значит, в другой сюжет последовательность событий, обернутые в конкретные слова. Но одновременно это миметический текст, который у Ауэрбаха всегда направлен на изменение реальности. Он всегда по своему замыслу тактичен. И именно его стиль, именно то, каким образом он уникально уязвляет, то, где этот текст открывает некоторые надрыв, проблему, несоответствие культуре, является уникальным способом, которым этот текст позволяет нам да, пережить очищение через страдания и страх. И вот стиль, понятый так, кардинально отличается от стиля GPT, потому что стиль GPT не уязвляет, он принципиально common sense. Это не какой-то уникально собранный мир. Да, и у него в принципе нет задачи ранить. Можно я здесь? Сейчас. Ну,
У нас тоже принципиально нет задачи ранить ваш слух, а внезапно эхо, поэтому у нас пауза, простите за них. Но, во-первых, я хотела, пользуясь случаем, сказать, что завтра мы с Валей Гулевым будем разговаривать ровно про то, как возможно удовольствие от и как они возможны в эпоху того, как этика, понятая согласно взглядам инженеров, создающих GPT, является единственным мерилом того, какие социальные и художественные сюжеты возможны в нейросетях, чат-ботах, а какая это этика, как нам ее понимать, насколько она совпадает с другими этическими сюжетами. Отдельная интересная тема, потому что есть исследования, что появляется. Но, в общем, пока свежие и новые, мы с Валей попробуем вот немножко начать про это говорить. Но я хотела сразу сказать про то, что вот мы с тобой про это говорили даже в тексте, который мы писали, про это есть. Поэтому мы можем сразу интернет скинуть ссылку, или так, кто уже скинул ссылку. Про то, что это не совсем common sense, да, в смысле, это очень определенный здравый смысл довольно конкретных групп, разговор с которыми на темы, которые предполагаются как чувствительные, непристойные, странные, сложные, будет превращаться в мягкие и спокойные, и приводящие к некоторому социальному порядку. И кроме того, и вот это мне кажется интересным, если мы решимся потянуть за виток GPT как автора, на что я лично не готова решаться, но просто отсюда из твоей реплики «прости» следует, что GPT еще и страшно авторефлексивная на «Е». У меня есть смешная история про то, как я с помощью... Правда, не GPT, а Notion AI готовила тексты для воркшопа, где нужно было как раз работать с тем, как бы, что является исходником текста, а что нет. И там был текст полный технооптимизма про то, что вот, значит... современные технологии, сейчас живем, все будет классно. Я попросила Notion AI продолжить этот текст. Notion AI продолжила этот текст, значит, тем, что да, это все очень здорово, знаете, какие важные аспекты затрагиваются, но, пожалуйста, будьте осторожны. В нас нет того, типа, чего мы задумали. Меня это переполошило. Я попыталась попросить этот чудесный инструмент продолжить еще один текст. И с ним было то же самое. То есть технооптимизм, по крайней мере, Notion AI, теперь хочется протестировать на других, превращает в текст, который говорит, у меня есть рамка, у меня есть... То есть это что-то похожее на такой, мне кажется, значит, что, как это называется в кино, когда нам показывают, как снята картина, и подсказывают, что это кино, это не жизнь. Вот что-то в таком духе, наверное. Ну, не знаю, в литературе тоже такого полно. И вот мне кажется, что это специфическая рефлексивность нейроинтерфейсов, она как раз отсутствует в науке. И я вдруг внезапно слушаю вас и думаю, черт возьми, а когда уже начнут люди, которые так говорят про свой метод писать текст, что типа, вы знаете, извините, мы вам все-таки всего не расскажем, метод на нас надеется, но не есть на последней инстанции. Мне кажется, мы, в общем, пытаемся, конечно, так писать, но я хочу сейчас ответить не на это, мне хочется попробовать тебя немножко подловить на такой антропоморфизации. В данном случае Notion AI, за которым ты признаешь их рефлексивным. Мне кажется, что причина, по которой... Слышно же, да? Причина, по которой он строит так текст, связано совсем не с тем, что в него заложен его производителями какой-то алгоритм, который говорит всегда написать кош, а потому что это самая распространенная риторическая структура текста, которая состоит из двух частей «да», «но». И сама эта структура является общим местом. Это авторефлексивность не этой GPT, а это наличие такой распространенной рефлексивной риторической фигуры в языке. У меня очень короткая реплика. Дело в том, да.
Дело в том, что когда я просила продолжить техно-пессимистичные тексты, ничего подобного не возникало. Никаких слов о том, что да, кто, ужас, кошмар, машины поработят. Но зато посмотрите, какие хорошие вы. Не было. Этого не было. Не было там этой двухчастной структуры. Потому что ее нет в такого типа текста. Филологи говорят, что все объясняют, да? Но нет, почему? Ну, текст по как раз содержанию... Ну, на самом деле, я сейчас... я не проверяла как раз техно-пессимистичные тексты, я не проверяла, будет ли он делать подобные вещи еще раз. Я не знаю. Я совсем никак не могу представительствовать как GPT за весь объем культуры. И говорить, что вот, значит, для этих текстов характерна такая композиция, для этих другая. Я думаю, что этот вопрос, кстати, можно попробовать задать GPT. Но интуитивно мне кажется, что мы куда чаще используем структуру позитивная, но негативная, чем структура негативная, но позитивная. Так, я возьму. Сейчас. Борис, вас перебивайте, пожалуйста, если что, потому что офлайн это такая захватывающая штука, когда человек разговаривает, говорит про все равно с тобой, еще хочется ответить. Вот здесь, как бы, мой внутренний... Сейчас я коротко, я сейчас прям чуть-чуть, простите. Но тут мы как бы, Ауэрбах, цитата из которого мы назвали, ну, точнее, не из которого, ходом которого мы это назвали, как раз стучит в моем сердце. Ты зачем себя социальный анализ подключаешь? Что значит, это чаще делают, ну, как бы, кто делает? Тексты, авторы? Да. Это все вместе, уже как бы одно месиво, а мы оттуда вытаскиваем мультивселенную. Это, ну, более класс. Характерная структура текста. Позиционно. Все. Неважно, кто это делает. Ну, вот все слышали, да? В смысле, извините, микрофон не был включен. Ну, в смысле, это характерная структура текстов. И тут получается, что у нас тексты разных жанров, и подвластные филологам, и неподвластные. Тексты, которые мы вообще пишем у себя как исторические. Я всего начала с того, что у нас в какой-то момент, собственно, становление этих наук о духе начинается, дисциплина начинает, вот там написано, просто на стене я вчера рисовала, поэтому я туда показываю. Начинается какое-то, ну, как бы размежевание, и оно продолжается там многие десятилетия того, что представляют собой предметы разных дисциплин. Историки изучают одно, филологи изучают другое, они много чего изучают вместе. Сейчас мы вообще живем в цветущей междисциплинарности. Но это не та междисциплинарность, в которой мы хотим жить, в которой нам филологи говорят, что, а вы знаете, вообще все тексты люди делают так, поэтому GPT пишет так, и так вот у нас теперь и будет. А кто принял непростое решение в этой ситуации? Это вообще просто закрыто под черной тряпкой, в черном ящике. Ну, как бы, это правда та междисциплинарность, в которой мы хотим жить, Борис? Я не уверен, что междисциплинарность существует, поэтому конкретного ответа на этот вопрос у меня нет, но есть масса разных других замечаний, которыми хотелось поделиться. Во-первых, я бы не отождествлял телеметрию и атрибуцию текста, да, это все-таки разные вещи, и можно придумать разные исследования, которые не будут касаться атрибуции, стилеметрические исследования, ну, вот, например, исследования переводов, там, да, причем, ну, там тоже разные есть проблемы, касающиеся того, что, вот, например, если исследовать переводы Набокова на русский язык, сделанные другими переводчиками, то оказывается, что стилистически к Набокову находятся те переводчики, которые в наибольшей степени сообщество читателей-любителей Набокова раздражают. Так что стилеметрия схватывает совершенно не то же самое, что, собственно, вот синкретически видит в тексте, в стиле конкретный человек. Еще, конечно, не стоит забывать про то, что на ответы ChatGPT и других языковых моделей влияют вопросы, и пока что совершенно неисследованная область – это то, как именно с такими моделями общаются пользователи. У нас уже есть некоторые исследования того, как пользователи общаются или общались раньше с Гуглом. Я могу порекомендовать прекрасную статью своей коллеги Анастасии Александровны Бочин-Смоловской, которая называется
кормить свинью онлайн бесплатно, про язык запросов к Гуглу и как трансформируется именно язык в смысле грамматики и семантики при таких запросах. Что происходит в общении с ChatGPT, пока не очень понятно, это, ну, на это нужно смотреть. Но главное, на что мне, конечно, хотелось бы отозваться, это на то, что Гавриил предложил задать некоторые вопросы ChatGPT, потому что у меня сразу есть уточняющий вопрос, зачем это делать? Верим ли мы, что ChatGPT скажет нам какую-то правду про это или расширит наше представление об этом? У меня есть на этот счет большие сомнения. Только что в системном блоке вышел мой лонгрид про частые ошибки, которые допускает ChatGPT. И из них видно, что, так сказать, это ответы, которые он дает, мало соотносятся с той самой реальностью, с которой мы хотим проблематизировать сегодня отношение текста. А это все некоторое порождение дискурса, потому что так принято говорить. Вот совершенно верно говорит, что мы видим перед собой некоторую генерализацию текстов вот в их, так сказать, этом вот, вот, вот в этом, на этом уровне, который, ну, некоторым образом можно там условно отделить как от содержания, да, но примерно понятно, что вот тексты на некоторые темы вот строятся обычно так. Ну, и вот это ChatGPT умеет генерализовать, а насчет более каких-то содержательных вещей, ну вот пока что есть большие сомнения. Может быть, это как-то будет в дальнейшем фикситься, может быть, там Википедия как-то в большей степени включится в этот процесс, но понятно, что на текущий момент, что это некоторое среднеарифметическое от обучающей выборки. То, что мы видим в ответах, это совершенно не обязательно правда. Поэтому там, как именно строятся тексты, что-то такое набалаболить, конечно, эта модель нам может, но ведь зачем? Кажется, что у нас есть другие способы попробовать с риторическими структурами как-то разобраться, их исследовать. Ну, другими, более привычными для нас способами. То есть это как, наверное, с глубинным интервью или какими-то вот такими штуками, опросом, да, когда не нужно спрашивать у человека напрямую то, что ты хочешь у него узнать, или как в эксперименте. Да? Не нужно задавать GPT вопросы типа «какая там риторическая структура встречается в тексте чаще всего», а нужно вызывать ее на порождение этих структур и уже смотреть на результат, на его динамику. Вот, может быть, это будет более продуктивный вопрос. Но вот спрашивать у нее истину и какие-то вопросы, которые должны нам расширить наши знания, вот прямым способом, пока, мне кажется, не очень продуктивным. Да, Гавриил хочет мне возразить. Сейчас. Нет, ну я не то чтобы могу до конца здесь возразить, я хочу скорее немножко оправдаться, что я имел в виду, что мой вопрос, конечно, вопрос не к моему вопросу про частотность композиции, это вопрос не к опыту, а к корпусу, как можно более широкому. И когда я имел в виду спросить GPT, я имел в виду, что это, да, что нам нужно обратиться к корпусному инструменту, к этому GPT является или нет, тоже большой вопрос. Но вот вспоминаю эту замечательную Настину статью. Хочется тут сказать про довольно интересное явление, которое уже происходит с GPT и которое, может быть, помогает нам лучше понять, как им пользоваться и как все-таки задать GPT, например, тот вопрос, вот, который мы сейчас обсуждаем, так, чтобы он сработал. Да, но вот мы в этом тексте, я немножко даже про это рассказывал, который мы с Полиной сейчас писали, про то, что на протяжении очень долгого времени поисковые системы пытались научиться обрабатывать запросы. Дорогой Яндекс, подскажи, пожалуйста, как бы мне холодильник купить поближе к дому, да еще бы и подешевле. Но к тому моменту, как они наконец научились это делать, мы все уже давным-давно писали «холодильник купить дешево». Одним из главных достижений GPT, несомненно, является возможность создания командного интерфейса на естественном языке. И имплементация этого интерфейса в другие программные решения, в том числе для создания оригинального контента, для программирования и так далее, это то будущее, которое мы вот сейчас уже будем перед собой видеть. Но одновременно с этим мы видим обратный процесс. Вот нам, наконец, дали интерфейс, который работает на естественном языке,
И мы немедленно начинаем создавать искусственный язык, специализированный язык промптов, по которому уже существует огромная литература, гайдлайны, коллекции, инструкции, как их производить и так далее, которые кардинально отличаются от естественного языка. И основным кодом, который используется, ну, как бы основным принципом производства хорошего промпта, является идея того, что для того, чтобы GPT мог максимально точно ответить вам на ваш вопрос должен имитировать ситуацию до обучения этой нейросети на конкретном корпусе. И для того, чтобы спросить про риторические структуры, нам нужно сказать, не какие риторические структуры бывают чаще, а на основании корпуса текстов таких-то, 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 с точки зрения композиции. Дальше очень конкретно описать эту риторическую структуру, и ответ, который мы получим, да, он будет пропорционально точен к точности нашего запроса, ну и, соответственно, к количеству текстов, на которых эта модель обучена. Впрочем, да, мы договорились, что сегодня мы говорим только про GPT, но вот, например, уже GPT-4, который встроен в BIM, у него этой проблемы нету. Можно открыть, пожалуйста, страницу с текстом, спросить его про текст, и он его знает. И это уже совсем другая ситуация. Вот. Совсем. Мне кажется, нам пора завершать нашу троих часть. Вот. Но я что хочется еще поговорить с людьми, которые пришли и в онлайн, и в офлайн. Если у вас есть реплики, соображения, вопросы, было бы очень интересно. Хотя, ну, вы знаете, вообще мы как-то интересно так. Если хочется еще продолжать. Я думаю про то, что мы можем... Ну, то есть, что, с одной стороны, у нас есть еще пара мероприятий, и на неделе, на которых сюжеты отсюда будут разворачиваться. И я, конечно, с огромным воодушевлением сейчас говорю, слушаю твою реплику, потому что она просто вот маслица на мою идею о том, что пока хоть какие-то несовершенства, разнообразия разных нейросетей есть, мы можем переходить к тому, чтобы... Ну, то есть нам нужно самим довольно много учиться, пытаясь добиться от них правильных ответов. Или, ну, неправильно. Тут, кстати, да, я думаю, что, Борис, я согласна с вами, что как бы, идея правильности, она ну, в разных ситуациях еще разная, поэтому скорее речь идет об адекватном ответе. Да? Есть люди, которые сейчас прямо работают с тем, чтобы ну, как бы настраивать и немножко как бы, дирижировать тем, что делают и ChatGPT, и другие AI, но мне здесь, конечно, очень близка эта идея, потому что мой любимый философ Симондон, Жильбер Симондон, как раз говорит об этом, да, о том, что нам с машинами имеет смысл быть дирижерами, скорее, чем давать им жесткие установки насчет того, как делать, превращать это в некоторое такое рабское состояние, в котором они только механистичные и такая вечно не до конца понятная тема культуры, с которой как-то там производится, потом как-то там на нее влияет. Вот. И в этом смысле, если мы воспринимаем сейчас, по крайней мере, эту часть современных технологий, как я тут никак не против антропоморфизации, мне кажется, во многих случаях она уместна и как бы говорить, что любая антропоморфизация это фу, мы, значит, накладываем свои человеческие какие-то лекала на тех, кто не подписывался под это. Ну, да, накладываем, несем за это ответственность. Я, в общем, довольно ну, понимаю, что обычно люблю, если мне указывают, где я не понимаю, и там можно что-то чинить, как бы, где есть антропоморфизация. Еще есть, вот я говорю, чинить про себя. Есть, наоборот, технологизация своей субъекты. Поэтому, мне кажется, здесь как бы идея того, что нам действительно, ну, допустим, да, мы в рамках какого-то образовательного контекста с вами говорим, интеллектуального. Не то, что для нас настройка инструмента является интеллектуальной операцией, мы можем ее обсуждать, объяснять, вместе делать, как-то это процессить. Ну, мне кажется, это вообще-то хорошо. Тем более, что это позволяет части наших разговоров в аудиториях, в учебных, да, или научных, делать не по принципу, слушай, ну как там, ты ходил, слушай, а потом не она,
вот это я, а еще, а, ну и так далее, да, то есть вот, это, конечно, очень важные бытовые вещи, но очень часто они рутинные разговоры или там грант пишем, а ты все формы перепроверил, когда нужно с формы грантов дописывать GPT, они уже это делают, слава тебе, Господи. Ну, в общем, вообще-то наша жизнь станет приятно, будет больше времени для других разговоров. Мне их, честно говоря, в академии не хватает. Но меня беспокоит здесь напоследок другое. Хорошо, мы дирижируем чатами GPT, где-то разделяя их и себя, где-то нет. Захватывающий, интересный вопрос. Да, потом мы с чатом обязательно тоже поговорим. Давайте пока вопрос вот какой. Проблема же не в том, что не только в том, как я обещала, как тексты, которые GPT анализирует, написаны. Давайте пока так продолжим, а потом перейдем к... А проблема в том, что на основе того, что люди получают, дальше делаются новые и новые вещи. Это то, что социолог Энтони Гидденс называет двойной герменевтикой. На основании того, что люди узнают, например, из исследований, они меняют ситуацию своего взаимодействия, не знаю, узнают статистику преступности, переезжают в другой район. Вот. И, ну, как бы, как исследователи, мы там в качестве социологии, в антропологии страшно озабочены этим, думаем, как бы наше участие вообще устроено, как мы взаимодействуем с полем, все такое. А когда, в общем-то, мне кажется, почти весь наш разговор был о том, что методы, с которыми работает GPT, это методы чтения письма, специфического чтения письма, оказываются в руках всех нас, да, мне кажется, что, понимая какие-то основания этой работы, ну, я чувствую кусочек ответственности за то, чтобы, ну что ли, про то, насколько вот это создание постоянно каких-то мультивселенных миров может сопрягаться с тем, откуда взяты эти кусочки знания. Ну, короче, про это надо разговаривать. Причем я здесь не сторонница того, что надо разговаривать в духе, ну, там, вот мы, значит, из башни слоновой кости сейчас не зайдем и к вам всем объясним, что, пожалуйста, несите ответственность, значит, тяжелая ноша, вот это все. Скорее, мне кажется, что это внутри ну, тех способов, которые у нас есть, способов познания, надо как-то ну, иметь это в виду. И скорее ориентироваться на то, что уже существует. То есть мне кажется, что, не знаю, думаю про приемную кампанию этого лета и думаю про то, как бы нам хорошо поговорить с людьми, которые хотят к нам поступать, про то, как уже устроены их практики. Да? Там, мы практикуем автоэтнографию, чтобы понять, а как уже существует наше реальное взаимодействие с культурой и машиной. И от этого отталкиваясь, мне кажется, мы можем ну, менять какое-то общее знание. Потому что мне, извините, я сейчас прозвучу как бы консервативно, но хочется, вернее, не то, что хочется, мне кажется важным в моем действии сохранять возможности перевода между мультивселенными, которые производятся на каждом шаге. Потому что если они не сохраняются, если они не становятся видимыми, то ну, мы теряем возможность для понятия, как этот кусочек знания возник. А тут был филолог со стилеометрией, или это был, значит, не знаю, антрополог, или кто, что, каким образом, короче, это произведено. Это не вопрос фейк-ньюс. Это вопрос того, как мы, взаимодействуя с разными кусочками знания, да, видим здесь разделение культуры и техники, культуры и машины. У меня есть еще реплика про Ойербаха, но я что-то боюсь, что я начинаю завершать. Хочу вам еще дать высказаться в ответ на вот эту проблему. Я хотел перебить в процессе, потому что вы просили перебивать, но все-таки не решился. Все-таки формат победил. Вот. А я просто хотел поддержать Полину и сказать, что антропоморфизация просто неизбежна. Просто иначе человек, наверное, не умеет встраивать в свой какой-то окружающий мир вот такого рода штуки. Поэтому, ну, и все, с чем мы общаемся, и все, что дает нам ответ,
не обязательно даже вербальные, мне кажется, обязательно антропоморфизируются, и автомобиль антропоморфизируется, когда он заводится или не заводится, вот, и компьютер, естественно, поскольку это более сложная штука. И языковые модели, разумеется, тоже будут антропоморфизироваться, это скорее общий тренд, ни в коем случае не исключение. И неважно, правильно это или неправильно, это будет так, мне кажется, с полной неизбежностью. А, да, вот, по поводу реплики в чате у меня тоже есть какой-то отклик, но, наверное, к этому нужно обратиться тогда, когда мы решим, что да, уже можно. Вот в чате прозвучала прекрасная, мне кажется, реплика, вот, и очень хорошее обобщение того, о чем мы говорили. Мне, наверное, стоит зачитать, да, коллеги, если GPT предлагает усредненные варианты и частотные конструкции, это как раз предъявляет новые требования к стилю, то есть ставит задачу о производстве различий. Своего рода лингвистический императив. Пиши так, чтобы GPT не мог повторить твой стиль. Или пиши так, чтобы твой стиль не был похож на стиль GPT. Мне кажется, очень продуктивная мысль, но я бы ее предложил расширить. На самом деле это касается не только стиля и не только текстов, это, мне кажется, касается и всего остального тоже. То есть, например, если там учителя или преподаватели вузовские жалуются, что за их учеников задание делает языковая модель, это значит, что должны быть такие задания, которые языковая модель не может решить. То есть это должны быть какие-то такие для естественного интеллекта возможные, а для искусственного вот недостижимые задания. И мне кажется, что разного рода эксперименты с ChatGPT, в частности, показывают, что такого рода остроумные задания от людей как раз возможны. Вот. Ну, если, конечно, про задания говорим, про что-то легитимное. Короче говоря, это касается не только текстов. И вообще, ну, просто надо как бы избавиться от стереотипа, что такие языковые модели всесильны и могут ответить на любые наши вопросы. Все-таки, ну, по крайней мере, пока это не так, думаю, что не так бы всегда. И не только производство текстов в данном случае требует от нас некоторого остроумия и напряжения, но, очевидно, и разного рода другие штуки. В частности, и вот учебные задания, если в контексте учебного процесса говорить о такого рода вещах. Мне очень интересно. Мне очень нравится идея про вот этот сдвигающийся горизонт детривиализации, да, которая производит GPT. Это очень интересно, да, что вещь, которая сама по себе производит абсолютно тривиальное знание, тем самым вызывает нас на производство некоторого нового. И это правда очень какой-то сильный и позитивный аргумент. И действительно, несомненно, эти модели будут развиваться, несомненно, они будут решать со временем все больше и больше задач. Но я согласен в этом смысле с Борисом. Я тоже считаю, что, не знаю, Гёдель нам вполне убедительно доказал, что полного соответствия человеческому сознанию никакая закрытая система никогда не достигнет. Но, тем не менее, во многом она приблизится, и, может быть, это вообще самый мощный инструмент саморазвития, которое человечество пока создано. Но мне хочется откликнуться на последнюю вещь, которую сказал Полин. На историю про раздельность мультивселенных и нашу способность их фиксировать. Ну, мы используем это слово так очень гуманитарненько. А вообще, собственно говоря, в работе Эверетта о множественных вселенных есть самая главная проблема. Если признать эту концепцию, то, условно говоря, каждое воспаление синапса в нашем мозгу, каждый новый квант информации, все, что может быть признано событием, расщепляет реальность на две и более. И в этом смысле вопрос о количестве этих мультивселенных и о том, как они соотносятся, это очень сложный вопрос. С точки зрения физики, такое разделение и их сепарирование, о котором говорим мы, нам две или культуры, которые все-таки, да, у нас есть тут канон, у нас есть дисциплины, мы вполне себе удерживаем их границы. Да, вот в этой метафоре мультивселенных с этим все-таки возникают очень большие проблемы. И GPT в этом смысле
Ну, как бы в каком смысле, может быть, даже более антропоморфно, чем мы сами, потому что изнутри дисциплины мы пытаемся воспроизвести, да, машинную, табличную, алгоритмическую логику разделения всего на группы и классы, в то время как, ну, в общем, даже в реальности нашей научной практики мы, конечно, никогда этого не делаем, мы прыгаем из одной дисциплины в другую. И хорошо это или плохо, это гибель канона, гибель традиции, гибель дисциплин, к которым, возможно, это приведет. Да, мы пока не знаем. Может быть, у нас появятся просто какие-то новые способы фиксации этих констелляций, не из тех принципов и оснований, которыми мы сейчас пользуемся. Может быть, эти миры будут измеряться не их сепаратностью, а наоборот, их пересечением коллективом. Будь благословенна система разделения микрофонов, потому что она позволяет мне пережить весь эмоциональный накал от того, что я слышу про то, как у нас жизнь улучшится, потому что будем творческие задачи давать в Петербурге, видимо, в трех университетах, да? Класс. И в Москве. А где вы еще будете давать? А что в остальных местах будут давать? Где люди, преподаватели от ChatGPT просто в шоке. Ну, типа, для них это абсолютно непонятная, чудовищная хрень. И оно так будет, это усилит неравенство кратно. И, извините, это эти мы сейчас в конце, да, я прямо как-то, фух, надо выдохнуть. Ну, в смысле, да, я как преподаватель, который придумывает задания, тоже в восторге, коллеги, я прямо с вами, ну, согласна. Уже просто целый этот баночка идей. Можно здорово, интересно с разными инструментами. Но как сотрудница институции, которая связана с другими институциями, я понимаю, что это принесет нам колоссальный рост неравенства. И я сейчас попробую объяснить, почему, так чтобы, извините за эмоциональный взрыв, мне не то чтобы хотелось сразу здесь включать язык на политической ангажированности, при том, что действительно частично я с вами согласна. И мне кажется верным как раз настойчиво говорить, что это у нас так может быть, у нас преподаватели, у нас в образовании, не производя различия на базовом, на подбазовой ситуации. Ну, типа, если сразу говорить, как я, ну, типа, знаете, есть у нас как бы места, где креативнее, а есть где, ну, наоборот, то это как бы сразу заставляет человека думать так, а я где? Ну, то есть это тоже риторически не идеально. Мне как бы в каком-то смысле политическое вот это всеобъемлющее «мы» кажется, может быть, даже более симпатичным. С другой стороны, ну, риски я вижу. Но я хотела по-другому это закруглить, наверное, со своей стороны, по крайней мере. Коллеги, может быть, ответят, потом давайте поговорим еще вместе. Еще желание к этому. Я вспоминала текст, который мы читали на курсе «Цифровой субъект, цифровой объект», открытое занятие, которое тоже у нас будет. Советских философов. Я, к сожалению, я пытаюсь найти правильную ссылку, чтобы произнести. В общем, хорошо, может, там был Ильенков, а остальных, не помню, там три соавтора. И они как раз говорят про, значит, то, что в те времена называется искусственным интеллектом, говоря о том, что раз к реальным машинам, вот к слову про антропоморфизацию, это понятие неприменимо, следовательно, и машинами их называть нельзя. Тогда для них надо придумать новое название. Проще всего, пожалуй, называть их впредь человеками, ибо это название, как выяснилось, остается безработным с тех пор, как человека назвали машиной. Я замечу, что любая институция называет человека машиной. Мы пишем любые тексты в школе, в университете, плюс-минус по форме. Мы учимся так же, как сейчас мы просим ответа у GPT, поисковика и так далее. То, что называется естественным языком, ну, является в любом случае довольно сложным миксом из подсмотренных образов в кино и сериалах, институциональных рамок, способов выражения, которыми нас учат в детстве. Ну и дальше, значит, язык, дискурс, практика, все переплетено, извините. Вот. И мне кажется, если бы не было Ауэрбаха в названии этого мероприятия, то было бы совсем грустно, мне бы пришлось сказать, ну, знаете, как-то все сложно, переплетенно устроено. Но, к счастью, вот рамка нашего подхода сегодня, она заставляет меня просто каждый раз
говорить, нет, давайте попробуем здесь различать, да, и, может быть, нам нужно культуру, общественные отношения и технику оставить где-то в одном месте, а то, что касается человека, естественно, заключить экзистенциальный пафос. Я сама очень не люблю этого, но, в принципе, понятный ход. Да, тогда мы говорим, все, чему мы научились, и то, что отражено в существующих рамках, это одно. Будь оно техника, культура, институция. Ну, как бы, а есть вот наше человеческое, то, что остается до конца нераспознанным, то, где есть живая, болевая жизнь. Да. Вот. Можно попробовать, мне кажется, все-таки последовать за традицией, из которой к нам пришел Шрам Одиссея, и искать в разных текстах, в разных языках отличия стили содержания, которые часто близки, которые присущи именно им вот в их конкретной ситуации. И искать то, как они связаны, признавая их раздельность. Мне второй путь как-то больше нравится. Во многом потому, что признать ситуацию, где мы все уже говорим машинным языком, а это почти автоматически, смешное слово здесь, означает потянуть за собой какую-то, значит, необходимость отслаивания человеческого. Я не уверена, что это то, что нужно делать, но, возможно, коллеги-филологи со мной не согласны, и вы все тоже. Давайте поговорим про это дальше. Никто не хочет про это разговаривать. Ну, отслаивание же не обязательно означает отражение, может, чуть покруче. Отслаивание не обязательно означает отражение. Да? Можно, условно говоря, пытаться провести в себе границы, типа вот здесь я человек, а вот здесь я человек живитель. Можно же совершенно по-другому себя поразбирать, с той точки зрения, какие мои слоям, чем же ближе. Да, например, я вот сижу и думаю о том, что, условно говоря, те знаковые взаимодействия, которые мы все обмениваемся, они встраиваются в этот алгоритм достаточно хорошо, то есть без проблем. Такое дело, что есть другие. Вот здесь мы ощущаем себя дискомфортно. Поэтому, мне кажется, отслаивание не обязательно процесс где-нибудь дальше-сюда. Да. Я вот очень согласен с Машей. Я вот абсолютно согласен с Машей. Мне кажется, что говорить о каком-то отслаивании, о принципиальном отделении, это неправильно, потому что само по себе отделение и разделение – это как раз в каком-то смысле прием машинной логики. Мне кажется, что куда вернее говорить о сдвигающемся горизонте человеческого, о том, что мы все время кодифицируем языки. И есть языки, кодифицированные лучше и хуже. Те знаковые сигналы, которыми мы сейчас обмениваемся, да, мы можем их описать так и это. Но еще есть жест, еще есть пространство, звук, запах, цвет, для которых тоже существует способ коммуникации. Но чем дальше эти способы коммуникации развиваются, тем отчетливее мы понимаем, что не попадает в эту ситуацию. И оно не отслаивается таким образом. Как-то так случилось, что Полину не слышно. Если имеется в виду, что я должен что-то сказать, то я несколько затрудненно нахожусь, потому что я слабо слышал реплику из зала, но совсем не слышал того, что говорила Полина. Но я совсем согласен. Ну вот звук по-прежнему не идет.
Да, мне кажется... Мне кажется, сейчас произошло то, о чем мы могли, не могли и мечтать. Борис не слышал реплику из зала, едва слышал. Вовсе не слышал меня, но при этом, в общем, все понял. Конечно, GPT-4, как мы понимаем, уже умеет анализировать и такое. И никакое чудо живого общения не останется нераспознанным. Но я напоследок тогда... Во-первых, Борис, хотел уточнить, хотите ли вы просто финально что-то сказать по всей дискуссии, в этом был мой вопрос. Во-вторых, восхищена. А потом готова сказать напоследок еще пару завершающих слов, и все. Так. Да, спасибо большое. Но каких-то концептуальных общений в дополнении к тому, что уже звучало, у меня, пожалуй, нету. Вот мне было интересно встроиться в эту дискуссию. Мне кажется, что все-таки мы говорили несколько на разных языках, что GPT тоже уже умеет. Есть прекрасные примеры того, как можно ей задать вопрос в каком-нибудь одном языке, получить ответ на другом, даже не очень распространенном. И вот я согласен с тем, что такие диалоги надо продолжать и как-то пытаться думать, а что же, собственно говоря, происходит. Хотя, по-моему, у нас пока еще все-таки мало данных. Пока видно, что есть какая-то машинка, которая умеет страшно подобно порождать тексты. Но понятно, что когда мы ей задаем содержательные вопросы, не просим написать код, что у нее получается неплохо, а спрашиваем о чем-то важном с гуманитарной и человеческой точки зрения, она скорее имитирует ответ, чем все-таки дает такой, которому стоит прислушиваться. Вот. Ну и надо продолжать наблюдать, что же все-таки будет происходить. И давайте встретимся через некоторое время, когда произойдут еще какие-нибудь революционные события, связанные с языковыми моделями, и посмотрим на то... Да, мы говорим о том, о чем нам на самом деле нужно было говорить в прошлый раз. И что мы, может быть, не заметили в качестве таких важных ориентиров. Хочется сказать, ну давайте, но я все-таки замечу, что мне нравится, пожалуй, я так охватываю мысленным воображением беседу, нашу думу, сколько сюжетов упущено, не договорено, вопросов не отвечено, говорите абсолютно правы, а финально в 5 пунктах и вовсе начал сыпаться с третьего, но я не вижу в этом чего-то дурного, надеюсь, что вы тоже. В том смысле, что мне видится смысл вопросов больше, чем в паре вопрос-ответ. Мне кажется, пара вопрос-ответ, дело не в том, что ее GPT умеет. Но дело в том, что сама идея научного метода, которая сосредоточена только на паре вопрос-ответ, мне кажется, по техническим, культурным и человеческим меркам становящийся частью того исторического жанра, который возник в конце XIX века, который, возможно, сейчас превращается в несколько других. Возможно, мы сейчас участвуем в этом. Возможно, среди сумятицы публичного разговора, технических сбоев, подвисших вопросов, вообще не в наших репликах, а в том, что слышит кто-то из вас, есть какое-то основание для того, чтобы сказать, ребята, вы что вообще? Вот, ну все уже понятно. И кому-то с этим поспорить, ну и так далее. Мне кажется, что держаться здесь за формы как раз может быть интересно и тем крепче, чтобы удерживание их при возможности отступить было видимым. И то, что это делает сейчас чат-GPT, следуя тому, что раз вопрос задан, на него нужно ответить. Кажется, мне важно. Так же, как то, что мы можем этого не делать, или тоже делать, но по-другому, или так же. Но все-таки есть сейчас тот ответственный, отвечающий, как сказать, модель и институт, которая точно это будет делать, как-то освобождает лично меня от части ответственности. Надеюсь, у вас, может быть, тоже. Спасибо большое.
Ну, продолжать будем. Спасибо вам всем. Я завершаю интернет тогда. Вот, Борис, до свидания. Интернет исследуется, закрыл интернет.